Казани появится новый фестиваль, фестиваль болельщиков. Известно, что ежедневно во время чемпионата мира по футболу здесь, у чаши, будет проходить культурная программа. Сейчас идут подготовительные работы. Одновременно площадь может принять порядка 25 тысяч человек. Желание организаторов охватить многообразие жанров, стилей и направлений искусства. И программа действительно запланирована насыщенная. 30 концертов, 7 фестивалей, 33 спектакля, 10 новых выставочных проектов и 15 кинопоказов, чтобы везде успеть в помощь тайм-менеджмент. Татарские певцы, певицы и ребята молодые, и постарше, они все будут там выступать. И коллективы, и государственный ансамбль песни и танцы, и фольклорные. Акцент будет сделан на классические произведения. Это выступление симфонического оркестра. Театр оперы покажет лучшие спектакли из нынешнего репертуара и премьеры. Хедлайнерами станут Игорь Бутман и Вадим Эйлингрик. И не только. Со многими звездами договоренность уже достигнута. С некоторыми еще ведутся переговоры, учтут и национальный колорит. Я абсолютно убеждена в том, что все залы наши будут полные. Казань – это один из тех городов, где культуру любит очень зритель. У нас загрузка театров и концертных залов на сегодняшний день практически 100%. Поэтому я не думаю, чтобы летом что-то изменится. В дни чемпионата вопроса, чем бы себя занять, у спортивного болельщика не будет. Топ-мероприятие и вся программа появится на сайте города Казани. Альбина Аслагараева, Рамзель Гарипов, ТНВ «Казань».